Я приветствую всех зрителей Original TV, и в этом ролике я хочу, во-первых, поблагодарить вас за то, что вы смотрите наш канал Original TV, а во-вторых, выразить свое отношение к критикам. Есть критика конструктивная. Сегодня я общался с человеком довольно-таки такой тонкой душевной организации, и который, в общем-то, меня покритиковал. И я хочу сказать, что эта критика была очень конструктивной. Мне все понравилось, и от меня ждут многого. Вот людям кажется, что я способен на большие поступки, на огромные достижения, видят во мне огромнейший потенциал, и спасибо им, да, и действительно то, что я, допустим, в себе развивал, то у меня получается действительно очень хорошо. Вот я пишу песни, допустим, да, и вот сегодня мне сказали, что стихи мои лучше музыки моей, и действительно, я учился на филологическом факультете, и поэтому стихи получается писать лучше, чем музыку. Но вот над музыкальной грамотностью своей и музыкальной эрудицией мне еще предстоит поработать. Что касается критики, понимаете, важно что помнить. Почему я не удаляю критику? По одной простой причине. Каждый из нас должен знать закон справедливости. Закон справедливости гласит о том, что если критика конструктивная, то мы ее принимаем и благодарим тех, кто нас критикует. Если критика несправедливая, то мы ее игнорируем. Вот так надо понимать, да, что мы не даем другим права себя оценивать. Мы лишаем других права себя оценивать. Это первое. И это сила на самом деле. В этом сила человека в понимании этого закона и в способности адекватно реагировать на то, что говорят другие. Второе, значит, соответственно, быть примером, да, я не боюсь, и вы не бойтесь. И второе, важный момент, очень важный момент, что никаких стандартов, никакой нормы не существует. Нам, конечно, навязываются стандарты, нам навязываются нормы. И навязывают их, конечно, сильные личности, которыми просто надо переболеть, чтобы прийти к своему стилю, к своей собственной норме. Вы и есть эта норма, вы и есть этот стандарт, но для самого себя. Наконец, полюбить себя, признать свою уникальность, и тогда вы полюбите других и будете признавать уникальность других, потому что вы проделаете огромный путь, огромную работу над собой. А эта огромная работа заключается в принятии себя, что вы перестанете относиться к себе как к средству и будете относиться к себе как к цели. И тогда и других вы будете также воспринимать. Вот в этом и плюс огромный, да? Вот это сегодняшний важный урок для нас, для всех. Итак, запомним, что есть закон справедливости, первое. Второе, мы лишаем других права нас оценивать и судить. Третье, мы понимаем, что никаких стандартов и норм не существует. И четвертое, мы любим себя. Мы любим себя. Значит, я подчеркну, что каждый может и должен стать психологом для себя. И что такое хороший психолог? Если вы чувствуете себя хорошо, если вам комфортно самим собой, если вы себя полюбили, значит, вы сформировали у себя психологическую культуру, и вы и есть психологи. Вот. Поэтому
будьте психологами и удачи вам всем, успехов, любви, психологической культуры и всего-всего хорошего.